Давайте, чтобы у нас сценка будет. Вот тут не садиться до сюда. Туда подвигайте, там вот лавка пустая. Ой, я сейчас закрою. Всегда. Да, я подойду. Выходите сюда. Воробей прилетел на полянку. Перед гробницей Господней. Вот воскресенье. Христос воскрес! Первое, что надо сказать. Громче. Христос воскресе! Христос воскресе! Воробей прилетел на полянку. Перед гробницей Господней. В утро воскресенье Христова. Вот что ему рассказали цветы. Всем привет, Чиф-Чиф. Приветик. Что случилось на рассвете? Почему вы так тревожны? Или радостны вы все же? Ой, случилось так случилось. Вон пещера отворилась. Камень откатился, вход в нее открылся. Яркий свет. Она не проснулась. Говори за нее. Яркий свет вдруг засиял, ангел с неба вдруг пристал. И сейчас он там сидит и пещеру сторожит. Кто же лежал в пещере этой? Расскажите мне об этом. Сам Спаситель в мир пришел, чтобы всем стало хорошо, принести, чтоб мир и радость, чтобы жизнь была на сладость. Он ходил и сидит, чтобы каждый желал, чтобы сердце здесь с тобой. Не бойся, да, еще. Чудеса он мог творить, вино в воду превратить, исцелить любого мог. Потому что он сам Бог. Но не все его признали и над ним ругаться стали. Как Христу его прибили, а потом похоронили. И сегодня он воскрес. Это чудо из чудес. Радость всем сегодня, светлый день Господний. Он зайдет на небеса, в славу своего Отца, и всех тех с собой возьмет, в сетки веры, в чем живет. Много? Много я от вас узнал, знаю я теперь Христа, а мои друзья еще о нем не знают ничего. Полечу скорее домой, с вестью радостной такой. Дорогие братья, сестры, в этот славный день всем спешите рассказать о царе царей, как людей он возлюбил, им спасение подарил. Oh,
Коля. Цветочки Благой Господь, а как же ты велик, в своем могуществе ты страшен, ты милости струящийся родник, по сердца благословляешь наших. Благой Господь, а как же ты велик, твои пути неисследимы, ты благость источаешь каждый миг, а славой исполняешь имя. Благой Господь, а как же ты велик, воскресший Бог и вновь грядущий, ты светом и свет лучом любви в сердца людей проник, свет жизни нам и хлеб, свет жизни нам хлеб дающий. Благой Господь, а как же ты велик, ты достоин ты принять и честь, и славу. Зарею Голгофской грешников привлек и кровью заплатил по праву. Научи меня, Боже, молиться, так чтоб сердце летело к тебе, белой, чистой, покорной птицей, пела песни и гимны в мольбе. Научи меня, Боже, молиться, чтоб крылом разрезать небосвод, и к тебе чистым сердцем стремиться, поднимаясь к престолу вперед. Научи меня, Боже, смиряться, не перечить, когда боль придет. Научи лишь тобой восхищаться, даже если мне жизнь здесь не мед. Научи в слезах доверяться, без остатка отдавшись тебе, и упав, дай опять подниматься. Научи быть упрямой в борьбе. Научи меня не сомневаться, когда даже ты долго молчишь. На гроши дай мне не разменяться, верить дай, что ты рядом стоишь. Научи меня не лицемерить, когда мягко мне будут стелить. Научи так молиться и верить, чтоб с тобою мне вечно жить. Научи меня, Боже, молиться, научи, 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 чтоб с тобою мне, чтоб с тобой воедино мне слиться, не задуй мои, Боже, свечи. Аллилуйя. Не задуй. Когда мне грустно, тяжело, я к Богу обращаюсь, меня Он слышит все равно, и я не сомневаюсь, ведь Он так дивен и велик, Он создал все, леса и реки. И Сына Своего отдал за нас с тобой, за всех на свете. Бог любит всех, больших и малых, Бог любит добрых и плохих. Бог любит всех, Его я славить не перестану ни на миг. Давайте все прославим Бога за Его нежную любовь, за Его Сына на Голгофе, невинно пролитую кровь. Давайте, все давайте, всем мы будем говорить мы, что Бог нас прежде возлюбил, чтобы слышали на всей планете, и Богу славу воздадим. Открыты царские врата пред нами, святой огонь сияет от свечи. У нас уже расставили во храме цветные яйца, пасхи, куличи. Еще темно, но солнышко играет, играет всеми красками небес. И скажем друг другу: Христос воскрес, Христос воскрес. Христос воистину воскрес. Христос воистину воскрес. Цените жизнь, она лишь раз дается. Цените, люди, Божию благодать. И коль в груди сегодня сердце бьется, спешите примирение искать. Кто в мире с Богом счастлив, тот навеки. Душа от ада будет спасена. Прекрасно быть спасенным человеком, а не в конце гнев Божий пожинать. Господь всегда сменяет гнев на милость к тем, кто признает грешником себя. Хоть многим это и во сне не снилось, но это правда, любит Бог тебя. Он хочет подарить тебе надежду и навсегда избавить от оков. Он силен убелить твою одежду и проявить к тебе свою любовь. Господь сейчас протягивает руки, желая с радостью тебя обнять. Страдания облегчить твои и муки, и выслушать он может, и понять. А ты не жди, беги в отца объятия, во имя жертвы и заслуг Христа.
что первородным стал среди многих братьев, и сразу станет жизнь твоя чиста. И ты поймешь, мой друг, уже сегодня, как сладко мир на сердце ощущать, какое счастье быть детям Господним, и с ним потом в веки обитать. Иисус Христос воскрес, аллилуйя, аминь. Ангел возвестил с небес. Обняла меня мамуля, ты уже совсем большой. Сегодня мы тебя, сынуля, ночью в храм возьмем с собой. Улыбаясь милой маме, я сиял от счастья весь. Крикнул я сегодня в храме громче всех: Христос воскрес! Воистину воскрес! День пасхальный совершилось, чудо из чудес. Бог явился людям милость, и Иисус воскрес. Славят Господа живого и луга, и лес. Неизменно Божье слово, в славе Он воскрес. И сегодня льется песня, радостная весть. Пойте с нами гимн чудесный, наш Господь воскрес. Он ходил и все хотел, чтобы Господь воскрес. Просился здесь, чтобы не была святая сила. Как началось? Яркий свет. Да ладно, кто еще? Она еще спит. С радостью, любовью и восторгом в небеса я синие смотрю. Скоро будет встреча с Богом, я об этом людям говорю. В нем неисследимое богатство мы по вере можем получить. Если в сердце носишь Божье царство, то в небесном царстве будешь жить. Глаз не видел, ухо не слыхало, что на небе приготовил Бог. Время нынче чудное настало, перед нами вечность и порог. Ах, какое небо голубое, там за синей далью ждет Отец. В царстве света, мира и покоя, каждому заслуженный венец. Только помните всегда, какой ценою это царство получаем мы.
Своей кровью, чистой, дорогой, вывел нас Иисус Христос из тьмы. На Голгофе Он платил за это, и из царства тьмы нас искупил. Чтобы мы вошли в чертоги света, Он до смерти всех нас возлюбил. Став нам Пасхой, Он своей кровью нас от гибели, друзья, освободил. Возлюбил нас вечную любовью и с Отцом навеки примирил. И Его святое воскресение нам напоминает всякий раз, что в мучениях куплено спасение, став освобождением для нас. С радостью, любовью и восторгом в небеса я синие смотрю, и, склоняясь низко перед Богом, от души Христа благодарю. Полина, мой Христос восстал из гроба. Аллилуйя, слава Богу! Есть спасение, свет, зала смерти больше нет. Буду в Боге веселиться, буду с радостью молиться. Иисус воскресный мой, дал мне счастье, Он живой. С Ним мне страсты где в дороге, забываю все тревоги, хлебаю жизнь и дал, чтоб я Бог воскресный дал. Наша Пасха, Христос, Он был заклан за нас. Он нам радость принес и от гибели спас. Будем славить теперь, разве можно молчать? Бог открыл в небо дверь и дает благодать. Кого еще забыли? Христос воскресе! Люди, братья, и друга крепкие объятия, спешите радостно принять. Забудем ссоры, оскорбления. Из этой праздника воскресенья ничто не должно обращать. Христос воскресе, ад трепещет, и солнце вечной правды блещет, обновленное землей. И вся вселенная согрета лучом божественного света, кушаем радость и покой. Христос воскресе, день священный, прими во всех концах вселенной, Творцу немолчная хвала. Аллилуйя. Христос воскрес, и в этих двух словах такая мощь, надежда и опора. Но это может только тот понять, что сердцем растворился в слове Бога. Христос воскрес, 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 ликует сердце, представляя ясно, как это было, как зажегся свет в сердцах учеников, и тьма погасла. Воскрес Господь, отвален гроба камень, огромный груз упал с моей души, и грех прощен, Христос сказал, я с вами до века окончания все дни. Аминь. Помаши рукой, посмотри в глаза, здесь твои друзья, здесь твоя семья. Всем помаши рукой, посмотри в глаза, здесь твои друзья, здесь твоя семья. С тобой друг, с тобой брат, тебе я очень-очень рад. С тобой друг, с тобой брат, тебе я очень-очень рад. Проходят дни, пролетают года, ты приходи скорей, здесь жду тебя. Пусть проходят дни, пролетают года, ты приходи скорей, здесь жду тебя. С тобою, друг, с тобою, брат, тебе я очень-очень рад. С тобою, друг, с тобою, брат, тебе я очень-очень рад. Скажем добрые слова, здесь твои друзья, здесь твоя семья. За руки возьмись, скажем добрые слова, здесь твои друзья, здесь твоя семья. С тобою, друг, с тобою, брат, тебе я очень-очень рад. С тобою, друг, с тобою, брат, тебе я очень-очень рад. Аллилуйя, аминь. Сейчас будет сценочка, маленькая пауза. Быстрее, одевайтесь. Какой павел ты надо? Конечно, чем последний посмотрю. Молодец.
Всем понравилось. У нас наша поет «Христос воскрес» такое. Победа. Что поет? Ну, наша, которая сектория, на мою поет «Воскрес» такое. О победе. Это надо взрослым. Детишки не споют. Христос воскрес! День победы, когда поедет. Для мира невдомёк. Вам расскажу о чудном саде, о благоухающей прохладе. Мог путник отдых свой найти по окончании пути. Однажды я тот сад попал, на рассвете услыхал. Знаешь, Роза, я узнала, что царь дает сегодня бал. Еще бы то она мне мечтала, меня царицей он избрал. Мечты напрасны, сестрица, увидишь, буду я царица. Знатнее графа и барона, по праву, Лилия Сарона. Цветка порхая на цветок, летала пчелка золотая. Прочь, пчелка, ты помнешь наряд? Им волю дай, все норовят глотками пить чужой нектар, как будто он бесплатный дар. Иди сюда, дружок пушистый, напитком сладким напой. Сердечно я благодарю. Ах, одуванчик, как ты добр. Поверь, в цветах я знаю толк. Иной, хоть и нежностью прекрасен, в душе сорняк. Слышал? Праздник сегодня будет у цветов. Боюсь, мой друг, я не готов в таком наряде показаться. Достойно в земле копаться. Да ты на руки посмотри, все в перегное и в грязи. На свалке вместо башмака. Какой уродец, стыд и срам, среди нас растет. Царь идет! Сейчас меня он изберет. Меня. Ваш спор напрасен, моя дуванчик, ты прекрасен. Тебя, царица, тебя короны я венчаю, чьи царицей назначаю. Какой урок для хвостунов? Кто громче всех, тот не готов. А кто молчал, добро творя, простой стал в глазах царя. Не нежность судит Бог, пойми, а то, что скрыто в нас внутри. Аминь. Стульчик, набирайте последнюю песню. Леонида, послушайся. Реально, хорошо, инвентарь подвинул. Живу я.
Хвала Творцу, что ты со мной, за каждый новый день земной, за все, что в этом мире так люблю я. За шум листвы, за дождь и снег, минут неумолимый бег, за свет в моем окошке, аллилуйя, аллилуйя. Спаси Христос. Так, я маленько скажу. Смотрите, сколько прошло мировых правителей за 1000 лет. Сколько писателей было. И их распространять, о ком сейчас говорил Яр Николаевич, никто не будет. Они никому не нужны. А здесь новые и новые души приходят. Поэтому идите на благовестие. И спросили, сколько у него проповедей будет? Примерно 1400. А у меня спросили, сколько? Около 4000. Видите как? Да. Ну, я ему отсылал проповеди, я его слушал, именно в аудио он нуждался. И поэтому, если хотите, чтобы у вас поминание было достойно, сотворите вечную память. Начинайте благовествовать. По тому таланту, который дан. Не всем нам дано, как он проповедовал, но соседу сказать можешь. В дороге едешь, скажи, пошла к колодцу за водой, скажи. Идешь дорогой, считай что-то, кто-то спросит, кому-то Евангелие подарит. Скажи. Вот так. Так что взирайте на кончину их, кто проповедовал, вам проповедовал непосредственно. Держись. Держусь. Знаешь слово это? Вон там есть. Я сестре говорю, держись, пошла, держусь. Это когда, говорит, умер, там, Брежнев-то, Горбачева поставили,
Андропов говорит, Горбачева поставили, а там в аду спрашивают, а кто его поддерживает? Да никто, говорит, сам ходит. У нас слово поддерживает, уже реанимация за Ворошилову ездила. Давайте День Победы. Игнатий, слово нашли. Нашли. Чувствуем, сейчас пейте. Начинаем. Ну идите. День Победы, людям мира не вдомек, хлеб и уди на колено в гроб возлег. День Победы, не народы всей земли, и не ангелы его нам принесли. Это День Победы, Иисус принес, разгромил врага, воскрес Христос. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воистину воскрес. Свет спасения долгожданный наконец даровал на Голгофе страшный крест. Все пророки пробещали нам о нем, солнце гаснет там не вечером, а днем. Это День Победы Иисус принес, разгромил врага, воскрес Христос и младенец. Да припевай, чтоб возрос, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воистину воскрес. Пост молитвой неустанной столько лет выводили на Христа кровавый свет. Воскресенье, день воскреснет даже праг, Иисус наш милосерд, как и вчера. Этот день победы Иисус принес, разгромив врага, воскрес Христос и младенец. Да припева, чтоб возрос, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воистину воскрес. Только дал бы Бог раскаяться тот час, никогда его ничем не огорчать. Дух Святой на благовестие подвиг, восковечная жизнь лишь только миг. Это День Победы Иисус принес, разгроми врага, воскрес Христос и младенец. Да припев, чтоб возрос, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воистину воскрес. Это День Победы Иисус принес, разгромив врага, воскрес Христос и младенец. Да припева, чтоб возрос, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воистину воскрес. Христос воскрес! Воистину воскрес! Так. Кто на чайку? На поток. Октябрьская площадь. Октябрьская площадь. Поднимаемся. Посуду мыть надо. Все ушли. Все покушали, все встали и пошли. Кто здесь живет? Вот ни один не остается. Вот Надежда Васильевна. Ну, Надежда Васильевна. Они сгликерятся на пару. Что с домом? Продаешь? Что будешь полезно? С домом заниматься? Продаешь? Мне кажется, они...